актеры и режиссеры, хореографы и волонтеры. Именно такими разносторонними и увлеченными людьми являются следующие конкурсанты. Букин Михаил и Надежда Косы, студенты факультета иностранных языков. Добрый день, уважаемые знатоки! Сегодня вы играете против Александры Николаевны из Садки. Если вы верно ответите на вопрос, то она отправит своего ребенка в ваш отряд. Итак, ваша ситуация. У вас в отряде есть группа детей из семей с очень высоким уровнем достатка. Они считают, что все вокруг им не ровня, и им все дозволено. Для них должны быть особые условия. Как привлечь ребят к купанию в бассейне лягушатнике? У вас есть 2 минуты, время пошло. Волчок! Помнишь, когда мы работали вожатыми, у нас в отряде были 2 мальчика по фамилиям Мажоров и Пантоделов. Они еще тогда в столовую не хотели вместе со всеми идти. Что мы тогда с ними сделали? Я, кажется, поняла, к чему ты клонишь. Товарищ ведущий, кажется, у нас есть первое решение для этой ситуации. Нужно поговорить с детьми по технике «Я-сообщение». Поговорите с ним и объясните то, что в лагере существует единая система правил и законов, которым должны подчиняться все. Например, один из таких – это закон дружелюбного отношения друг к другу. Ваш ответ принят, у вас есть еще время на размышление. Можно еще подумать. Как ты думаешь, мне кажется, нужно детей заинтересовать. Точно. Надо их заинтересовать. Что мне было интересно, когда я сама была ребенком? Что любят дети? Что? Играть. Так, ну играть, ну это не то. Еще. Сладкое. Ну, сладкое, возможно, еще думай. Похвала. Что-то уже близко. Ну, тогда, может быть, похвала? Точно, это похвала. Товарищ ведущий, у нас есть еще одно решение этой ситуации. Это похвала. Похвала. Похвала, простите. Итак, дети любят, когда их поощряют. Если в лагере есть единая система поощрений, допустим, каждому отряду начисляют дополнительное количество баллов, если они себя хорошо ведут. Нужно объяснить детям, мол, давайте покажем, какой мы сплоченный и дружный отряд, и за это нам начислят дополнительные баллы. Ответ принят. Мне кажется, нужно детей как-то вовлечь в процесс. Еще у нас есть время, можем подумать? Да, вовлечь. Это методика вовлечения. Точно, методика вовлечения их айфонов в процесс купания в бассейне. Ну, нет, Миш, это как-то грубовато. Ну и дороговато, конечно. Да, может быть, придумать какую-то очень веселую, интересную игру, чтобы все дети захотели в ней участвовать, даже те, которые изначально были против, а? Товарищ ведущий, у нас есть еще один ответ. Это методика вовлечения в игру. Я придумал. Нужно показать детям личный пример. Вы дали исчерпывающий ответ. И Александра Николаевна из Садки отправит своего ребенка к вам в отряд. Мы команда? Команда! Спасибо!